Спонсор проекта – компания Verbatim. Verbatim – технологии, которым доверяют. Всем привет, я Арина, и это Технокухня. Сегодня мы рассмотрим две новые флешки от компании Verbatim. Начнем с USB-накопителя Micro Plus. Флешка поражает своей тонкостью, корпус прочный. Такое решение очень любят использовать автомобилисты для своих аудиосистем. Как не задевай флешку, она не сломается. Это устройство выделяется на фоне других накопителей типа Micro. При толщине всего 4,4 мм, оно весит всего 3 грамма. Прочная конструкция, выполненная по технологии System in Package или система в едином корпусе, обеспечивает защиту находящихся внутри электронных компонентов от влаги, пыли и грязи. А защитная резиновая панель предохраняет USB-разъем от повреждений, когда накопитель не используется. Флешка не боится попадания в воду, что особенно полезно в наш летний период отпусков на море. USB-накопитель Micro Plus оснащен интерфейсом USB 2.0. Он совместим также с портами USB 3.0 и USB 1.1. А благодаря большому круглому отверстию в корпусе можно легко закрепить устройство на брелоке, скоросшивателе или шнурке. В линейке предлагаются накопители емкостью от 8 до 32 ГБ. К нам на тесты попал представитель емкостью 16 ГБ. Итак, 22,2 МБ в секунду чтения. Время доступа 0,3 миллисекунды. Параметр по чтению подтверждает и Crystal Mark. Заодно мы узнали, что скорость записи 7 МБ в секунду, что соответствует уровню современных USB 2.0 накопителей, да даже находится выше среднего уровня. Давайте теперь перейдем к USB 3.0 представительнице. V3 USB Drive выполнен в оранжевом антураже с черными вставками. МБ в секунду чтения, 0,3 миллисекунды время отклика. Уже повеселее. Crystal Mark демонстрирует немного другие данные. 37,69 МБ в секунду чтения. Что касается скорости записи, то она оказалась на уровне 10 МБ в секунду, что немного, но и немало для флешек бюджетного диапазона. Механизм выдвижения и фиксации защищает USB разъем, когда устройство не используется. Накопители выпускаются с объемом памяти от 8 до 64 ГБ, но цветные варианты доступны объемом 16 ГБ. Цвета следующие. Солнечно-желтый, эвкалиптово-зеленый, ярко-розовый, лазурный, оранжевый, как в нашем случае, и фиолетовый. Итак, Micro Plus нам понравилось за толщину, а V3 за внешность и скорость. С вами была Арина, всем пока!